Программа «Россия молодая» реализуется в первой школе с 2006 года. Ее цель – расширить знания учеников об истории города и страны, воспитать настоящих патриотов и привить им чувство национальной гордости. Пятые-шестые классы, да, это очень сложный возраст, когда ребенок из начального звена, из-под крылышка классного руководителя, который с ними постоянно находится, переходит во взрослую среду, где у него больше свободы. И начинается становление личности, и главное не упустить этот момент. Школа должна привить такие качества, как любовь к родине, помощь ближнему, забота о ближних, и не забывать о памяти о нашей. Чтобы ребенок знал историю своей родины, чтобы ребенок чтил память своих дедушек, бабушек. Ученикам пятых классов необходимо было представить свои работы на тему «Комсомол. Взгляд сквозь столетия». Ребята решили рассказать о начале строительства нашего города и атомной электростанции. Мне сначала было немного страшно, но потом я собралась и вышла на сцену. Надо защищать Десногорск, чтить наш город, то, что он самый лучший. Потому что он такой уютный, маленький, хороший город. Мне нравится принимать участие в таких конкурсах. Мы готовили своим классом разные сведения о строительстве нашей атомной станции и города, стихотворение про наш город и песню. Да, понравилось. Это как-то восхищает. Ты более узнаешь о своем городе, и это приятно. Я подготовила стишок «Четырестишие». Закатом дал начало новой эры, отдав во благо всю энергию свою. Он стал источником тепла во многой сфере, отдав... Став параллель мазуту и углю. Ученики шестых классов готовили работы на тему «Солдат войны не выбирает». Ребята разыграли сценки о Великой Отечественной войне, подготовили стихотворения и песни. Все работы получили высокую оценку и в дальнейшем пригодятся детям в изучении истории России.